У уреза воды андатра устраивает кормовые столики. Где кормится? Места эти очень хороши для установки капканов. Кормовой столик андатры. Нижние, более мягкие и нежные, части растений андатра съела, а верхние остались. Кормовой столик андатры. Третья декада октября. Охота на андатру. Очередная добыча. Плотик. На плотике капкан ноль. Приманка морковка. Пробовала яблоко ложить. Нет, не едят. С боков плотика направляющие сделал, чтобы заходило по одному направлению через капкан. Вот уже и зима не за горами. Начались заморозки. И ночью, и днем минусовые температуры. Ледок появляется, где вода тихая, спокойная. Все замерзло, пусто. Снимаю отсюда плотик, на большую воду отнесу его, где вода перемешивается и не замерзает. Плотик. На плотике капкана не видно. Присмотрелся. Андатра попалась. Утонула. Видно хвост. Очередная андатра. Утонула. Если у берега глубоко и капкан тяжелый, первый номер или нулевой с грузом, они быстро погибают. По цвету меха андатра отличаются друг от друга. Эта андатра рыжая. Конец октября. Заморозки, снегопад. Все это сказывается на охоте на андатру на плотиках. В местах, где лед стал раньше, она ведет подледный образ жизни. Ее следы проплыва подо льдом можно обнаружить по пузырькам воздуха. Конец октября, пара уток еще на водоеме, не улетели. Присмотрелся, а их оказывается не две штуки, а с десяток.
в местах, где есть течение, лед встает позже, и в таких местах еще возможна охота на андатру на плотиках. В этот капкан андатра попалась. Дали достава, еще видно. Два дня капкан стоял, не проверял. В этом месте течения, пока капкан и оставил, лед встанет здесь позже. Ледостав, охота на андатру на плотиках заканчиваю. При отлове андатры капканами, мордами, чаще всего зверек погибает, мех намокает. Осенью, еще на месте добычи, следует рукой отжать влагу движением от головы к хвосту. Зимой хорошо подотереть мех сухим снегом. Он хорошо впитывает влагу. Дома загрязненные участки промывают, волос подсушивают, расчесывают. Снимать шкурку с мокрым волосом не стоит. Сырой волос обычно слипается. Поверхность мезры, натянутая на болванку шкурки, становится волнистой. Это приводит к образованию выхватов мезры при обезжиривании. Шкурку с андатры снимают трубкой. Вначале делают круговые надрезы возле кистей передних лап, возле скакательного сустава задней лапы и вокруг хвоста. По границе длинного темного волоса со спины и короткого на брюшке делают разрез от скакательного сустава к канальному отверстию. Дальше, помогая себе ножом, снимают шкурку хвоста, с лап. Передние лапы подрезаны, поэтому снимаются легко. Одна лапа, вторая лапа. С головы ножом в районе челюсти мышцы сдираются на тушку. Вот это белое – это уши. Надрез и уши отрезаны. Вот оно, ушное отверстие. Потом ножом веду по черепу, чтобы мезру не подрезать. И подрезаю глаза. Шкурка снята. Следующая операция – это мездрение. Если андатра добыто много, то лучше снять со всех шкурки, а потом уже мездрить. Чтобы мездра не подсыхала, шкурку выворачивают. Для обезжиривания одеваю шкурку андатры на деревянную болванку и сгоняю жир
и пленку от огуска в сторону головы. Мездрю острым ножом особенно внимательно и осторожно надо обезжиривать, где кожа тонкая. Пах, черево. У старых зверьков на коже бывают закусы, следы драк. Если при мездрении не разошлись, то их зашиваю. Мышцы с губ, ушей обрезаю ножницами. После обезжиривания шкурку одеваю на пробилку. Шкурку натягиваю на пробилку, симметрично закрепляю в районе губ, огуска. Можно гвоздиками, можно кнопками. При сушке шкурка усыхает, и чтобы ее легче было снять, вставляю рейку. Шкурку считаю высохшей, когда высохли губы. Часто после сушки на шкурке выступают капельки жира, их удаляю сухой тряпкой. Пробилки для шкурок андатры. Кроме деревянных пробилок, есть и пробилки из проволоки. Проволока нержавейка. Шкурку одеваю на пробилку, симметрично расправляю хвост. Разрезан на две части. Завязываю. После того, как шкурка высохнет, хвост отрезаю. Размеры пробилок на андатру из проволоки. Делают пробилки и из доски, на которой можно и мездрить, и из прута ивы. Шкурки мездрю на конусовидной болванке. Длина 58 сантиметров, толщина 9 сантиметров и 5 сантиметров. Мездрят шкурки и вот на такой болванке. Такой способ консервации шкурки называется пресно-сухим.